Что вы думаете о духе времени? Что ж, движение «Дух времени» сделали много хорошей работы. Они указали просто бесчисленное множество проблем в нашей стране. Питер Джозеф на славу потрудился над выявлением всех этих проблем. Но когда кто-то спрашивал, как их можно разрешить, у него не было ответа. У «Духа времени» нет предложений, как избавиться от проблем. Они говорили о проблеме, и у них очень хорошо получалось, но когда их спрашивали, как надо спроектировать машины, чтобы они не врезались друг в друга, они не знали, у них не было ответа. Но Питер Джозеф соглашается с проектом Венера и ресурсоориентированной экономикой. Теперь он отвечает на эти вопросы, говоря, что то, что нам нужно, это ресурсоориентированная экономика. Все верно, но он думает, что это просто здравый смысл, но это не так. Не существует такой вещи, как здравый смысл. Не существовало бы войн, если бы он был. Понимаю. Я думаю, что Питер Джозеф, он искренний. Он хороший парень. Но он не знает, что конкретно нужно сделать, чтобы изменить общество. Это потому, что он кинорежиссер, а не ученый. Да. Он скорее... человек, эмоционально выступающий против безработицы, против войн, и все это хорошо, но этого недостаточно. Он должен предлагать новые способы образа жизни и образования. Если мы будем учить одни и те же вещи, мы будем действовать одинаково, постоянно. Эйнштейн однажды сказал, ценности, которые втягивают нас в проблему, эту проблему не решают. Нам нужен новый способ мышления. Да, другой способ, основанный на реальности, а не на мнениях.